этого метро. Ты пройдись, не надо и авто. Возможно, на сегодня будет какая-то провокация, то есть со стороны спецслужб. Привет. Вы тоже приехали на съезд партии регионов? Ни разу в жизни не употреблял и не собираюсь. А мы рады вас приветствовать на одной из самых эпатажных, ярких, провокационных вечеринок в городе Харькове – The Garden. Для кого-то это просто музыка, для кого-то это любовь, а для кого-то гармония с самим собой и окружающим миром. А что сегодня подготовили организаторы, мы узнаем прямо сейчас. И сейчас с нами рядом находится Ксюша. Мы просили ее сказать ее творческое имя или псевдоним, но Ксюша очень простая, открытая девушка. На самом деле она является организатором этого мероприятия, и мы хотим сейчас с ней как раз пообщаться. Привет, Ксюша. Скажи, пожалуйста, как возникла идея создания этого, я даже не могу сказать, там, мероприятия, это, наверное, уже стиль какой-то жизни клубной в Харькове, да, возможно, даже не клубная, а просто стиль музыки. Подскажи, пожалуйста, может, мы не разбираемся. Очень просто. Ребята, самые любимые артисты харьковской тусовочной публики, скажем так, да, то есть это Дима Мич, резидент Болеро, Опиум, Москвич, там, ну и других заведений, Саша Мариус, арт-директор Опиума, и Рома Яц, это арт-директор Болеро Патибара. Они решили объединиться и создать вечеринку, на которой они всегда будут вместе, всегда будут резидентами. Их музыка очень похожа даже не по стилистике, но вот по какому-то духу, знаешь, от нее веет каким-то такой очень современной свободой. То есть это не техно-техно, но это не диско, не такой ползучий хаос. Это такая очень особенная интересная музыка, вы ее сегодня услышите. Ребята собрались и сделали этот проект. Какая дорога привела вас сюда? Гарден? Да, жизненная дорога. Есть ли у вас какой-то фаворит? Любовь, да. Фаворит среди диджеев, да. Кто? Мич? Мич, Дима. Дима Мич. Ять. А? Они все хорошие, и Канама, и Мариус. Они все классные. Да, они все. Привет. Они когда вместе все, это вообще бомба. Это Дима Мич, известный в городе Харькове как один из лучших диджеев. К сожалению, я еще пока не знаком с его творчеством, но мы сейчас познакомимся поближе. Дима, расскажи про себя нашим зрителям, расскажи, чем ты известен, какое ты направление музыки выбираешь. Я харьковский диджей Дима Мич. Я безумно люблю музыку, люблю все, что с ней связано. Электронную музыку. Электронную. Да. Я приехал в Харьков из Луганской области и уже 10 лет здесь живу. Играю, кайфую, получаю удовольствие от жизни и от музыки. Скажи, пожалуйста, что сподвигло тебя начать карьеру диджея? Я попал в клуб в своем городе, это было с родителями. И многим нравится танцпол, а мне нравится быть там вверху. Я смотрел тогда, как диджей играет, и думаю, боже, а как туда попасть? И вот тогда закралась уже мысль. Я помню эти первые треки, там, Дэвид Гетта, The World Is Mine, там, ну вот, это оттуда пошло. Скажи, на кого ты сейчас ориентируешься в мире диджей-индустрии, вот это все? Ты знаешь, сейчас есть мода, это вот Соломун, там, такая вся, ну, я его считаю очень талантливым человеком, но, наверное, наша тусовка, это тусовка Kind Music немецкая, это Рампа, Адам Порт, And Me, и, конечно же, Superflu. Я большой фанат их творчества, и мы мечтаем выпустить у них трек. Скажи, пожалуйста, ты можешь назвать топ-3 диджея города Харькова? Ты знаешь, я знаю, что это такой более-менее провокационный вопрос. У нас есть у диджеев определенная такая толерантность, и у нас нет лучших. У нас есть крутые ребята, и они все друзья. Не останавливайтесь, идите, несмотря ни на что. Неважно, родители говорят, иди туда работать, неважно, друзья говорят, что это не твое. Если ты сам веришь вот здесь, что это твое, ты должен идти только вперед. Я чергова. То есть вы дежурная по тусовкам сегодня? Нет, не по тусовкам.
этого метро. Ты пройдись, не надо и авто. Серега, скажи, пожалуйста, какая дорога привела тебя сюда? Ты ожидаешь ответа, что белая? Бля, не знаю, что скажешь. Зеленая, это же The Garden. Это The Garden, да? Yep. Что для тебя Garden? Три слова. Одно. Одно? Не, могу три, но только три имени. Давай. Ксюша, Канама и Мич. Сколько тебе лет? Ты уверен, что это нужно говорить? Не, мы это вырежем, не переживай. Давай следующий вопрос. Не, не вырезайте, мне 41 год. 41? Вот, нихуя себе. Красавчик. Следующий вопрос. Скажи, пожалуйста, здесь присутствует на этом мероприятии общественная организация «Харьков против наркотиков». Как ты к ним относишься? К наркотикам или к общественной организации? Ну да, к тем, что они сюда пришли. Я ко всем хорошо отношусь. То есть они могут заниматься этим делом нормально? Это познакомишь меня с ними? Они здесь ходят, такой парень в черной. Я покажу его, кстати. И что он делает? Он просто ходит, общается с людьми, пропагандирует здоровый образ жизни. Покажешь ему на меня? Конечно. Здравствуйте. Привет. Вы тоже приехали на съезд партии регионов? Конечно. Вы Exit Poll? Exit Poll? Что это такое? Это организация, которая опрашивает выборцев. Выборцев? Вы голосовали? Конечно. Сколько вам лет? 18. 18. За кого вы голосовали? Это тайна. Это тайна. Давайте сделаем так. Мы, когда готовились к этому мероприятию, изучали, спрашивали, читали, и случайно пришла информация, что, возможно, на сегодня будет какая-то провокация, то есть со стороны спецслужб, возможно, приедут сюда с каким-то налетом. Скажи, пожалуйста, есть ли это проблема? Приходится как-то контактировать с местной властью или с полицией, или с чем-то, чтобы не испортили праздник? И вообще, там, слухи это не слухи, как ты слышала такое? Я думаю, что в любом случае это событие – прецедент. Когда мы делали гарден на фабрике, это первый раз, когда там в этом районе, это достаточно тихий такой спокойный район, проводилось ночное громкое мероприятие, много было переживаний по поводу полиции, с полицией совершенно спокойно мы общались. Они приезжают, говорят, что громко, мы делаем тише, мы идем на мы все понимаем, да, идем на компромисс. Но нет никакого желания лишать людей из близлежащих домов сна, да, или кому-то приносить дискомфорт. А что касается каких-то налетов, облетов, правоохранительные органы, на то и органы, то есть они имеют право зайти, посмотреть, там, я не знаю, с кем-то пообщаться. Юридически мы подкованы настолько, чтобы не дать им приносить какие-то неприятности нашим гостям, да, то есть за ухо кого-то таскать здесь нельзя. Мы за этим будем следить. Какова цель посещения этого мероприятия? Вот зачем ты здесь? Во-первых, встреча друзей всех. Во-вторых, ребятки, которые устраивают эту вечеринку, мои друзья. Естественно, поддержать. Здорово, хорошо. Скажи, тебе нравится вообще музыка? Вот ты понимаешь? Если я нахожусь здесь, то, естественно, я кайфую. Всякое бывает, поэтому я и спрашиваю. Хорошо, ты пришла с подругами или просто так? Чисто для друзей? Чисто для друзей. То есть чисто для друзей. Шана, ты молодец, давай 5. Ты умничка. Дорогие друзья, вот и подходит к концу наш выпуск, но не ночь, потому что здесь слишком охуенно, чтобы продолжать дальше снимать. Мы пойдем в сеть. Да, Антон? Да, друзья, этот вечер удался, и мы желаем, сука. Дорогие друзья, вот и подходит к концу наш выпуск, но не подходит к концу эта ночь, потому что мы идем дальше висеть, потому что здесь охуенно. Да, Антон? Да, конечно, ребят. Мы классно отдохнули и будем продолжать отдыхать, и мы желаем вам научиться проводить время с пользой и отдыхать здорово и классно. Любите жизнь, любите своих друзей, отдыхайте, живите на полную катушку.